Всем привет, с вами Анна Асти, и сегодня я раскрою вам все секреты нашего с Филиппом Киркоровым лирик-видео на песню «Хобби». Не плачь, моя милая, я его не подпущу к тебе. Мы хотели запечатлеть просто момент, как мы записываемся в студии, и думали сделать из этого не такое большое видео, а просто какие-то затравочки для интернета, для соцсетей. А в итоге получилось так все честно, классно и круто, что мы решили из него бомбануть целое лирик-видео. И вроде те же песни в твоем плейлисте. У нас как-то все произошло абсолютно взаимно и легко. Мы просто так долго разговаривали с Филиппом, когда я приехала к нему в гости, как раз-таки спросить совет, как мне поступить дальше. И я даже не помню, кто кому что предложил, но как-то это все сошлось очень легко, каким-то пазликом. Он твое небо, он твое море, ты ему тепло, он опять игнорит. Он звонит ночью из чужой ванной. Работать с Филиппом очень круто, он невероятный человек, очень ответственный артист, он очень работоспособный, потому что он приехал на запись после репетиции, которая началась в 8 утра в Кремле. Он приехал в 11 ночи на студию и активно писался, как бы мы его ни ломали, мы пытались сделать так, чтобы он звучал немного иначе в этой песне. Он старался и дописался до конца, в конце сказал в 5 утра, может быть, еще что-нибудь запишем, давайте еще что-нибудь. Держи меня за руку, пока ночь не закончится, я предательски жду. Мне кажется, что черно-белые видео, они такие самые трогательные, это, как знаете, запись каких-то воспоминаний. Поэтому черно-белый цвет как раз идеально для этого подошел. Та другая будет счастлива, может. Песня на самом деле такая трогательная, честная. Хотелось немножечко добавить лирики. Это происходило не специально, мы ничего не делали на камеру. То есть мы вот как в жизни встретились, спели, что-то сделали, да, там старались. Когда я пела громкий этот бэк, который вы слышите в конце на последнем припеве, это тоже все честно. Я сгибалась, я пела и старалась, краснела. Он твое небо, он твое море, ты ему тепло, он опять море. Это видео вызывает у меня, наверное, самые добрые, теплые, хорошие эмоции. Я считаю, что это и песня «Объятия», и видео настолько честное, настолько настоящее, что мне кажется, что когда его люди смотрят, они тоже ощущают реальную атмосферу. И когда артисты записывают трек, как они себя чувствуют, что они делают, и это передает максимальную энергетику и песни, и артиста. Была у нас смешная история, когда Филипп писался, мы все немножечко подустали, сидели уже, и он подустал, и он решил подшутить над нашим режиссером, который снимал это все. И во время того, как он тянул какую-то длинную ноту, он резко его испугал. В общем, испугались все, кроме режиссера. Наша девочка, войс-продюсер, она вообще не могла разговаривать 5 минут, но как бы всем было очень смешно. С вами была Анна Асти, и я раскрыла все секреты нашего с Филиппом Киркоровым лирик-видео на песню «Хобби». Смотри его на Муз-ТВ.